Всем привет, дорогие друзья, с вами Дриди, добро пожаловать в Улитку Боб. Я надеюсь, ты поставишь палец вверх и подпишешься на мой канал. Ну что ж, начинаем знакомиться с Бобом. Так, окей. Давайте посмотрим. А, наш Боб просыпается только-только. Ну же, Боб, пора просыпаться. Нажмите на Боба, чтобы разбудить его. Окей. Проснулся, смотрите какой. Переоделся. Так. А что он сделает? Пошел покормить кого-то, птичек. Пошел покормить птичек. Какой молодец Боб у нас. Окей, помоги Бобу развернуться. Внизу справа тут такая стрелочка есть. Разворачиваемся. Выпил сока перед дорогой. Идет дальше. Так, молодец. Окей. Так, смотрим, что у нас дальше. А, тренажерный зал. Смотрите, какой Боб у нас сильный. Так, ладно, остановимся. А внизу, смотрите, у нас и улитка занимается, и муравей. Вот молодцы, ребята. Здоровый образ жизни ведут. Молодцы. Так, дольше жить будут и будут очень красивые. Какой Боб, смотрите, сильный. Качок прям. Бодибилдер. А у кешки. Идем дальше. Так, нам надо нажать на рычаг. Отлично. А, он снимает белье, смотрите. Он высушил и снял белье. Молодец. Какой хозяйственный Боб. Так, развернемся. Нажмем рычаг. А, вот пропылесосил, смотрите. Пропылесосил все тут. Молодец. Так, окей. Загрузка. А, так, тут мусор. Пошел выносить мусор. Давайте посмотрим на это. А, все, нажали. Вот, выбросили мусор. Молодцы какие. Так, тут, смотрите, маленькие улитки. Это как бы, видимо, дети. Так, ясно. Повернемся. Half-Life 3, ребятки, все ждут Half-Life 3. Я тоже жду, да. Я думаю, он будет рано или поздно все равно. Так, идем дальше. Знакомство с Бобом мы прошли. Оценить игру можно, ясно. Лесная история, давайте посмотрим. Мне очень интересно. Первая миссия, ребятки, первый левел. Ух ты, как ярко, смотрите. А вот наш Боб сейчас запустит самолетик. Отлично, радуется наш Боб. Все у него в жизни хорошо. Птица, птица! Меня унесла куда-то, куда ты? Схватил, унесла. Я просто радовался жизни. Мой самолетик вернулся с перьями. И что произошло? Что случилось? А, она меня отнесла к своим птенцам. Окей. Разбить нельзя яйцо. В принципе, это как-то плохо. А, вот, все три звездочки мы нашли. Так, повернемся давайте. Повернемся, развернемся. Три жизни, ребятки, у меня. Пока что ни одной не потратили. Потому что мы молодцы. Постараюсь вообще не тратить. Так. А, тут можно покрутить рулетку, ребят. Ну, в следующей серии покрутим обязательно. Ага. Так, дальше. Так, возьмем звездочку. Давайте остановимся. Вот еще одна звезда. Крокодил. Не знал, как я одолею крокодила. Так, я думаю, нам не надо крокодилу. Давайте остановимся вот тут. Подбросим нашу улитку. Нажмем на кнопку. О, пазл. Пазл тоже надо собирать. Так, развернемся. Так, молодец. Единственное, ребятки, где-то еще одна звезда должна быть, но я ее не вижу. Надо посмотреть, подумать. У меня есть... Ай, подсказка. А, для этого надо видео посмотреть. Я думаю, я и так, в принципе, найду. Давайте немножко, главное, сосредоточимся, посмотрим, поищем. Может, где крокодил рядом. А, ребят, вот, вижу, но и очень сложно заметить. Смотрите, как облачко с левой стороны. Вот оно. Все, ребят, проходим дальше. Так, отлично, все три звезды у нас есть, пазл есть, и движемся дальше. Да, ребят, движемся дальше. Так, вот на первую звезду муравей. Муравей попал у нас в беду. Надо его выручать. Вот на вторая звезда. Я собираю, вы наблюдайте. Так. Давайте опустимся. Повернемся. Надо нажать на рычаг. Муравей освободился. А теперь муравей может вам помогать. Окей. Нажмем на кнопочку. Так, ну и опять я не могу найти одну звезду. Давайте остановимся. Все, ребят,
не так-то сложно было. Ну, хотя, с первого взгляда сложно найти. Вот когда вы сами будете играть, вы поймете, что не так-то сразу это находится. Вот она, зелененькая, спряталась. Ясно. Идем дальше. Так, все три звезды у нас есть. Так, не люблю, когда реклама неожиданно всплывает. Это, мне кажется, неправильно. О, смотрите, это из этого, как его? Из ледникового периода. Оп, убежал. И пазл наш. Так, вот звезда, вот она, в небе звезда. Ставим сюда. Бабочка улетела, и мы взяли еще одну звезду. Отличненько. Смотри, туда-сюда бегает. Серьезно, у нас и пазл, и три звезды есть. Идеально. Плюс 4 жизни за рекламу. Давайте посмотрим. Так, 4 звезды. А, можно еще плюс 5 заработать. Давайте. Так, окей. Еще 12 жизней, идем дальше. Еще 5, это вот 12. Ух ты, улитка-бургер какой-то у нас тут. Улитка-бургер, вы представляете себе? Блин. Кстати, я звездочку одну нашел рядом с солнцем. Другая вот она травка. Сразу так и не заметишь. И нам надо быть осторожнее. Так, смотри, там прям панцирь улитки. О! Я даже не заметил звезду, случайно нажал на панцирь улитки. Блин, смотрите, эти людоеды. Нет, это улиткоеды. Пытаются меня съесть. А ускоряться тут, видимо, нельзя. В другой части можно было. Хорошо, идем дальше. Мне 12 жизней вполне хватит. Так, я вижу птенчика, давайте нажмем на него. Вот он улетел. А, все, я понял. Сейчас мы подставим себе. Так, хорошо. Пазл есть. Так, кто это такой? Охотник какой-то. Вот, отошел. Мы звезду взяли. Так, давайте повернемся. Вот она еще одна. А, все, все. Все, у нас есть и пазл есть. Так, окей, следующий левел. Первую звезду я сразу вижу, она рядом с деревом, вот она. Пенек, как сказать, срубленное дерево. Бабочка желтая, давайте уберем ее. Так, сейчас надо, видимо, развернуться. Так, отлично, нифига себе, пробежали. Молодцы. Так, тут давайте остановимся. Нажмем, чтобы подняться. И где-то должна быть еще одна звезда. Я вот смотрю, смотрю, пока что не вижу. Пока что не наблюдается. А, вот она. Сразу не заметишь. Окей, идем дальше, ребят. Фу, сколько мы, интересно, уже прошли. Давайте посмотрим. Так, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 уровней прошли, у нас теперь 8-й. Отлично. Если ты не подписался на мой канал, обязательно подпишись и поставь палец вверх, если еще не поставил. Так, смотрите, он стреляет в чучело. Тут есть одну звезду. Он тренируется, чтобы убить короля. Король, видимо, злостный, он его не любит. Так, ладно. О, вот она первая звезда. А, это вторая уже звезда. Вот она третья звезда. Где-то должен быть пазл, но я пока что не наблюдаю, где пазл. О, нашел настоящего. Он же уже натренировался. Фига себе. Вау, он аж наскрылся. Так, полегче, парень. Меня только не зацепи. Вот еще один пазл. Так, проходим, проходим дальше. Нифига себе, у него пушечка прям. Жестоко. Опасная. Отлично, еще один пазл. Давайте посмотрим. Так. О, смотрите, уже картинка собирается. Круто. Следующий левел. О, сразу вижу. Сразу вижу звезду. Потом вижу три улитки. Давайте уберем их. Пускай на земле гуляют. Так, и еще где-то. А, вот она звезда, где грибок розовый. Сразу не поймешь. Так, и резко поворачивай. Все, отлично, прошли. Давайте последний сейчас левел. Последний левел, ребят. Продолжение будет после. Так, тут остановимся. Уберем змею. Идем дальше.
Отлично. Так, тут остановимся. Соберем звездочку. Так, отлично. Вот она, еще одна звезда. Поворачиваемся. Так, тут надо остановиться. Нам надо рычаг нажать. Все. Тут ямку надо перепрыгнуть, иначе нам не поздоровится. И по идее выход, но мне нужен еще... Так, мне... А, вот он, пазл. Сразу не дойдешь. Где-то у меня должна быть звезда. А, вот она. Все три звезды и один пазл у нас есть. Фу, ну что ж, хорошо постарались. На, отлично. Так, смотрим наши уровни. Довольно-таки много прошли. Идем назад вообще. Хочу посмотреть, что тут есть. Есть лесная история, есть фэнтези история, также островная история, зимняя история. Это самая первая часть. Тоже интересно, мы потом с вами в первую часть поностальгируем, поиграем. Мне будет, ну, реально интересно. Ну что ж, я с вами пока что прощаюсь, я Малдреди, всем до скорого, удачи и пока-пока.